Мы создаем разные условия как в образовательном процессе, так и в дополнительном образовании. У нас открываются новые направления в спорте, новые направления в творчестве, дополнительные места дополнительного образования. И все это, конечно, для вас, дорогие детки. На традиционном слете лучших учеников образовательных организаций чествовали не только отличников, но и спортсменов, активистов, творческую молодежь, а также победителей олимпиад и конкурсов различного уровня. Более 300 школьников наградили почетными грамотами, благодарностями и медалями «Золотые надежды» Татарского района. С апреля по июнь проводился конкурс среди обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года 2022». Победителем районного конкурса стала ученица 8 класса школы номер 4. Татьяна Винокурова. Школьница была удостоена денежной премии, утвержденной администрацией Татарского района. Прошедший учебный год был для меня очень успешным. Я являюсь победителем большой перемены среди учеников 5-7 классов. Заняла призовое место в чемпионате WorldSkills Russia по компетенции дошкольного воспитания. И несмотря на все мои достижения, звание ученика года для меня очень почетно. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал принимать мне участие в этом конкурсе, членам жюри и, конечно же, моей маме, которая всегда помогает и поддерживает меня во всем. Ребята, я хочу пожелать вам успехов, никогда не сдаваться, идти вперед и вперед к своей цели.